next to your fire. Испытания провели тесты на перекрытие межэтажных и испытания стеновые. Вот. Как показали испытания, то есть образцы выстояли за востребованное время. То есть перекрытие показали 45 минут, так как и заказывали. То есть это, если брать под Беном, это входит вторая степень стойкости. Стеновые образцы показали результат РАИ 60. То есть несущую способность, целостность и теплоизоляционность. Ну а перекрытие показало тоже РИ 45. Несущую целостность и теплоизоляционность. И также был тест на распространение огня, где тоже получили положительные результаты. То есть огонь не дал прогореть перелинеса. И в принципе нормальный результат.